Я рад вас приветствовать на территории Пензенской области, полевой город компании «Сингента». А именно, мы находимся на участке яровой пшеницы сорт «Триза». И я вам сегодня также расскажу про ячмень пивоваренный «Филадельфия». Сегодня у нас 15 июля. Прошел практически месяц с момента нашей последней встречи. И, как обещал, мы подведем промежуточные итоги обработки данных культур препаратами компании «Сингента». Итак, коллеги, на столе мы видим три снопа, три варианта. Первый вариант – это вариант «Контроль», где мы видим высохшие, если будем смотреть на два этих, более высохшие растения, где растения более поражены заболеваниями, и здесь ничего удивительного для вас и нет. Второй вариант и третий вариант отличаются только второй фунгицидной обработкой. Оба варианта были обработаны два раза. Последний раз они обработаны были 1.06. Прошло 45 дней с момента обработки. Что мы видим? Визуально как бы они и не отличаются. Здесь мы отработали препаратом Альта Супер, здесь был препарат Амистар Трио. Но, однако, в этом варианте я вижу больше заболеваний пустул, ржавчины. А в этом варианте их очень мало, до 1%. Это о чем говорит? Продукты по-разному работают. Здесь мы лечим то, что находится в растении, триазольный продукт, а здесь мы не пускаем заражаться и лечим растения. Поэтому на этом снопе у нас меньше заболеваний. Это говорит о том, что здесь будет чуть больше, дольше наливаться и будет больше урожайность. Напоминаю вам, что последняя обработка была 45 дней назад. И мы сейчас вместе с вами посмотрим, есть ли или нет у нас вредители на полосе яровой пшенички. Внимательно смотрим. Показываю. Смотрим. Ни одного вредителя здесь нет. Препарат «Эйфория» прекрасно справился с данной задачей. Теперь, коллеги, давайте с вами проведем такой же анализ, визуальный осмотр. У нас «Филадельфия» и пивоваренный ячмень. Вот на этом снопе одна фунгицидная обработка «Амистар Экстра», а здесь было две фунгицидных обработки. Первая «Амистар Экстра», а вторая у нас был препарат «Элатус Рио». Если посмотреть внимательнее, то растение более зеленое. Я вам говорил на прошлой записи о том, что мы вернемся к этому вопросу и обязательно вам покажу промежуточные результаты. Вот в настоящий момент мы видим, что растение еще наливается. Наливается полос. Это влиять будет на его урожайность. И урожайность мы потом вам тоже покажем и расскажем, что мы собрали в бункер. Коллеги, а теперь давайте вместе с вами еще раз вспомним, что у нас происходило в этом году. У нас сложились прекрасные погодные условия для развития зерновых культур. Растение прекрасно распустилось, налилось, но существует одна проблема – это полигание. У нас ложится пшеничка, и что происходит? Это трудности в уборке. Компания «Сингента» не стоит на месте. Мы здесь на полевом городе экспериментируем. И в этом году вы можете посмотреть наш эксперимент. Здесь применено два регулятора роста. Первый был хлор-миквап-хлорид, и вторая обработка была модусом. Как видите, результат налицо. Если видно визуально, нечего читать математически. Это о чем говорит, что растения у нас простоят до самой уборки. Она очень хорошо себя чувствует, и вы видите.
визуально. Коллеги, работайте с компанией Сингента, и у нас с вами все получится. До встречи!